И в продолжение темы. Завершился международный этнокультурный форум «Золотая колыбель», посвященный столетию образования Чувашии. Чуваши – один из 180 с лишним народов, проживающих на территории России. Причем только в нашей республике зарегистрированы представители более 120 национальностей. Развитие и сохранение этнического разнообразия и стало главной темой обсуждения. Этническая культура в современном мире, в 21 веке, претерпевает изменения, трансформацию. Она становится более музейной, музейным экспонатом. И вот для того, чтобы сохранить в имеющемся виде традиционную народную культуру, собираются ученые для того, чтобы обсудить те вопросы, которые помогли бы сохранить нашу традиционную многонациональную культуру Российской Федерации. В рамках форума состоялась научно-практическая конференция «Этническая культура в современном мире». Одна из научных секций конференции прошла в Музее чувашской вышивки. Чувашский национальный костюм – одно из самых ярких проявлений культуры. Он способен рассказать ведь всему миру о вековых традициях, быте и истории народа. «Золотая колыбель» – важная международная площадка для культур диалога, уверены участники и организаторы. География его обширна. Участниками стали жители 19 субъектов России, а также гости из дальнего и ближнего зарубежья – Белоруссии, Азербайджана, Палестины. Положительный опыт, полученный по итогам проведения форума, планируют использовать в дальнейшем при организации мероприятий такого уровня. Богдана Дойникова, Андрей Спиридонов, Игорь Зверев, Республика.